парламенте кипит работа. Дети работают, вырезают, помогают делать стенды. Наш диджей Денчик подбирает музычку, рабочий день у него. Денчик, да ты аватар. Наш диджей Денчик немножечко уснул. Давайте, Алексей Борисович, дуэль. Раз, два, три. А прямо сейчас я направляюсь на вечерний концерт вот, семинара в Перлине Донеччина. Буду стоять за кулисами и снимать всех артистов, потому что я лакшери-бой. Спасибо за внимание. Немає поля, то буде буря. Немає кари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. Це ще один артист, який мав виступати сьогодні з полденсом. Так, взагалі полденс, але я не знаю, що не вийшло. Давайте послухаємо. Мої комплекси не очень получаються, но ми стараємося. Сьогодні 13 мая, так сказати, п'ятниця 13, ми проводимо в Перлині Донеччини турнір по шашкам. Вот они, участники, вот они, ребята. Итак, внимание, оглашение результатов. Третье место занимает у нас со счетом, с количеством баллов. 2 балла Козинцев Сергей. Козинцев Сергею аплодисменты. Второе место Дегтярев Денис. Аплодисменты, 3 балла. И первое место, ни одного проигрыша, 4 победы. Пугач Дмитрий, аплодисменты. Сейчас расписываю глечики в Перлине Донеччины. Вот такая вот заготовочка. Сейчас вот таким вот красивым зелененьким цветом я раскрашиваю его. Потом сделаю узорчик и, конечно же, логотип моего сериальчика Гришин ТВ, друзья. Посмотрим потом, что получилось. Мой горшочек, мой фирменный, мой именной готов. Вот такие вот
чудеса Гришин, Гришин ТВ. Заходите, пожалуйста, на мою страничку ВКонтакте, смотрите видео, и там увидите этот горшочек и, может быть, себя. Спасибо. Мне вот этот вот парень очень сильно нравится. Да вот чей куртец отдыхающего. Что, вам кожух не понравился, да? Итак, купаем камень. Назовем его, пожалуй, как-нибудь по-ласковому. Денис Игоревич. Как родного. Вот он наш хороший. Совсем скоро... Он будет чистый, стоять здесь, среди зеленой красоты. Так вот, Дениска, дорогой, пару слов, пожалуйста. Как тебе? Водичка не холодная? Дениска стесняется. Это его первая камера. А я продолжаю рубрику «Вожатый. Работа гордая». Вожатому всегда есть заняться. Вот, например... Какая у тебя отвратительная желтая кофта. Ай, больно, больно. Задушишь. Ты как будто не рад меня видеть. И сразу два слова для тех, кто смотрит меня ВКонтакте. И ты не увильнешь от этого. Отвали, ты же вообще ненормальный, да? Я приехала, у меня выходной. А где ты работаешь, что у тебя выходной? Я учусь в университете. Что, гриб сфоткала? Катя, какой ты гриб интересный нашла. Веселье нормальное. Алло. Вечеринка хорошая. Где мы жарим шашлык? На Чернобыль. Идет ливень, радиоактивный ливень. А мы жарим шашлык в Припяти. Шикарная обстановка. Ну. Катя Стрюкова, никто не узнает, что это ты. Вот, идут секунды. Понимаешь? Да. То есть все понятно? Да. Сейчас тебя снимают. Выключи свою камеру. Почему? Потому что ты меня уже достал. Лиша, ну выключи. Мне некомфортно себя чувствовать. Как будто я звезда. Меня никто не смотрит. Лиша, ну перестань, ты достал уже. Почему? Ну передай привет подписчикам. Ну скажи привет, подписчики. Ну скажи привет, подписчики. Скажи ты привет, подписчики. Привет, подписчики. О. Лиша, ты достал. Ты достал, Гришин, ты постоянно снимаешь свои дурацкие видео, ты уже всех бесишь просто постоянно. Вот в свою камеру, когда надо и не надо, включаешь. Что? Там пи-пи-пи-пи-пи. Ты меня достал. Гришин, прекрати. Этот балаган. Все кончено. Че ругаешься? Я опять вижу, как она снимает. Чернобыль, Припять. Я лучше поставлю, можно? Да. Разрешаю. А он не будет кататься угольков? Говорю, по два снимай. Нет, хочу три. Ну что за женщины? По два снимай. Мое сердце закололо, не называй меня так. Итак, это Никита Гришин. Здравствуйте. Он достал уже нас всех снимать, поэтому я буду снимать его. Пожалуйста. Прямо вот в нос так залезу. Что за глупости? Со всех сторон. Лянь, ты не даешь снять себя сзади, ты там что-то прячешь. О, эти танцы. Спасибо. Что вы хотите сказать, Никита? Скажите что-нибудь приятное своим подписчикам. В очередном выпуске выйдет серия отмазок Екатерины Стрюковой от видеосъемки. Все будет замечательно, да? Угу. Ну ты телега. Влад Бондаренко, твоя женщина. Любимка, любимка, любимка. Я вообще вегетарианка. Нет, твоя женщина не любимка, твоя женщина жрет. Кушает приятное мясо, которое жарил... Лучок. Которое жарил мистер Лучок. Я тебя приеду и буду целовать, а пока я ем лук. То есть ты видишь, как она готовится к поцелуям с помощью лука? Как же... Я люблю тебя. Еда. Что, это последний кусок или лопаешь? Хочешь меня снимать, а то тебе...
Катя Стрюкова ВКонтакте, если у вас есть лишняя еда, лишняя, пожалуйста. Огурец. Ты знаешь, Гришин, если это увидят несколько, хотя бы десятков твоих подписчиков. Они отпишутся. Если ты выложишь видео, где я жру, я тебя просто четвертую. Подписывайтесь, Катя Стрюкова кушает. Только на Гришин ТВ. А запить, запить. Обязательно запить. И тебя опять укуси хлебушек. Алло. Где мой парень? Где мой парень? Помнишь? Гриша, хватит снимать. А? Грибы едут. Грибы, вы куда? Грибы, вы куда? Грибы, грибы, грибочки. Грибы, грибы, грибочки. Грибы. Грибы, грибочки. Что за дичь они вообще? Ко мне прямо смотри. Ну, как-то не хочется. Ты же говорила, что ешь последний кусок. Ты же говорила, что ешь последний кусок. Какой кусок? Я же не сказала последний кусок, чего я ем. Я последний кусок хлеба, вот он до сих пор еще остался. То есть ты неравнодушна к пище? Очень неравнодушна. И дождь? Можно другой стороной на плечи поставить, как табуретку просто. И дождь не будет капать. Хватит есть. Я уже не ем. Давай обсудим, почему ты много ешь. Тебя что-то не устраивает в этой жизни? Да, то, что ты снимаешь меня на камеру уже 500-тысячный раз, непонятно какой. Он уже достал. Сейчас я твою камеру умиротворю. Короче, будет ей гранты. Скажи что-нибудь хорошее. Гордон. Хорошую программу ведет. Вечером с Гордоном. Какая милая собака. Собака? Как бутылку шампанского, знаешь, когда открываешь, тарахтишь, оно взрывается. Так может улитку потарахтишь, она такая прям ба. Без шуток, пожалуйста. Не надо. Ты ж не в ней. И вчера не в ней был. Понимаешь, что я выложу все. Ну не надо. Это ну просто не обижайся на это. Хом-видео. Хом-видео. Хом. Мы приехали на природу, чтобы поесть мертвых животных. Природу. Если мне радиация и мясо, которое мы нашли в пакете под забором. Кому это интересно? Нахрена? Татухи вот тут снимаю. Вот. Нравится тебе, когда тебя вот так вот снимают? Снимает. Это же все равно мне редактировать, я это вырежу. Вот вам, ребята, и новая идея для поджигания костра. Майонезом. А скажи, пожалуйста, сколько ты уже идей знаешь для поджигания костра? Ну, я знаю, значит, хворост. О, я Мария! Грибная. Варила грибок. А ты владеешь грибком? Пожалуйста, отпишитесь от него все. Пускай он перестанет снимать свои ненормальные видео. Не смотрите, пожалуйста, никто вообще не смотрите. Вот забудьте, удалите его из друзей. Больше всего просмотров. То есть они должны посмотреть видео, чтобы перестать смотреть видео? Нет. Как нет? Ты сейчас сама это сказала. Посмотрите это видео, пусть оно будет последним. Вот, так хорошо. Пожалуйста, молю вас. Пусть мое видео будет последним. А, что ты жжешь, да? Ждешь, пока что отвечу? Что смешное, чтобы ты потом это ставил, да? Да. Да, 100 гривен в день чисто где-то есть. Mm. Ну, такое. Странно. Нет, я надо... Ну, зачем ты газ палишь? Ты ж не в России. Я могу себе позволить. Неси нефть, спалю нефть. Видели когда-нибудь маленькие голубей? Нет. Конечно, я видела. Вообще-то у меня дома у папы голубятник. Ну знаешь, что они так вот делают? Ну голуби, они подходят, так вот делают. Тусуются так типа. Нормальные у меня шутки, я нормально шучу, честно. Я иногда, если хочу нормально пошутить, я могу нормально там типа пошутить и все будут смеяться. Первый раз в жизни пробую. Это вообще для тёлок. Клубничный вообще-то для тёлок тема. Ну, короче, когда...
рождается ребенок, ему делают обрезание. И, короче, потом варят плов и кидают тот, кто обрезали в плов. И кому попадается, тот крестный. Короче, я бы не хотел быть в Узбекистане крестным. Короче. Смотри, так мне интересно, стошнит твоих подписчиков, если они будут вот так вот видео смотреть? Моих подписчиков стошнит, если вот так вот будут видео смотреть. Ребят, если есть узбеки у меня в друзьях, не обижайтесь. Таковы слухи. Скажите в комментариях, это правда? Таковы слухи, да. Скажите, правда это или нет? Нас волнует вопрос. А то кто-то очень любит плов. Пока! Пока, бомжи! Успехов в учебе!